С праздником верующих поздравил патриарх Кирилл. Глава Русской Православной Церкви подчеркнул, что в нынешнее непростое время особенно важно сохранить милосердие и взаимопонимание, отказаться от вражды и ненависти. Рождество Христовое – это праздник радости, свет которого особым образом отражается на лицах детей. Почему детей? Потому что, как сказано в Слове Божьем, чистые сердцем Бога узрят, а у детей-то как раз чистые сердца. В этих словах, в словах о чистом сердце, утверждается факт. И одновременно содержится обращение, призыв каждому из нас хранить чистоту души. Новорожденный младенец Иисус пусть принесет на землю свой мир и благословение, и пусть безграничная милость Его наполняет наши семьи, дома, города и весь. С праздником, дорогие мои! С Рождеством Христовым!